85 всего. Это очень дешево. Продукты: свинина копчено-вареный, рулеты с грудинки домашний. 255 за килограмм. Солонина домашняя 245 за килограмм. Бекон свиной 202,40 за за штуку. Вес 500 грамм. 202,40, 500 грамм. Дальше. Колбаса говяжья 368 рублей килограмм. Корейка полтавская, Заволжский мясокомбинат, 322,30 за килограмм. Ох, как это аппетитно выглядит. Ох, какая вкуснятина. Балык сырокопченый, категория Б, 514 за килограмм. Ох, какая вкуснятина. Колбаса праздничная, сырокопченая, Дмитрогорский продукт, 448,90 за килограмм. Это просто праздник какой-то. Так, вот это у нас колбаса ливерная, 0,5 килограмма, полкило за 45 рублей всего лишь, пожалуйста. Грудинка запеченная 268. Вот она, вот так выглядит. Это очень-очень вкусно. Дальше. Сосиски молочные 199 рублей за килограмм. Посмотрим, что еще у нас есть. Балык сырокопченый из мяса свинины, 368 рублей килограмм. Вот прямо вот такой кусок мяса. Так, что еще тут интересного? Свинина копчено-вареная, окорок, 324 рубля за килограмм. Сосиски кавказские, Пенза Мол Инвест, халяль, халяльный продукт, 183,70 рублей, 183 рубля 70 копеек за килограмм. Вот кавказские, 100% мясо индейки, халяльный продукт, 183,70 за килограмм. Колбаски полукопченые, пряные с сыром. Мясосодержащий продукт, 174 рубля за килограмм. Сосиски молочные. 1 килограмм, 199. Сосиски молочные. 158,30 за килограмм. Да мне надо это, сыр плавленый, колбасный, копченый. 163,80 за килограмм. Сыр Черный Король с ароматом топленого молока, 45%, 673,70 за килограмм. То есть вот такой кусочек. 160 рублей. Сыр швейцарский 50%, 456,30 за килограмм. Такой вот кусочек у нас на 155 рублей. Сколько-то копеек немного. Дальше.
Сыр мраморный 45% фасованный по 500 грамм. 315,90 рублей за штуку. Сыр мраморный. Сыр плавленый, сырный, хуторок с ветчиной, 50%, 400 грамм упаковка, 121,90 за штуку. Так, ну, это пропустим. Ну, что бы здесь показать? Сыр плавленый, чизбургер, вот такими пластинками. 126,50 за упаковочку, вот за такую. 300 грамм. Дальше мясо. Мясо свежее тут. Вот рулька, как нога целая, можно сказать. Сейчас увидите цены и удивитесь. Вот еще прекрасное вообще мясо, отличное. Это свинина. Свинина на кости. Туша, полутуша, отрубленная части. Разрубленная, охлажденная, 189,90 килограмм. Мясо 189,90 килограмм, свинина свежая. Это замороженная, это для варки холодца, супов. Сейчас посмотрим. Рулька охлажденная, 119,90 килограмм. Он стоит 124 рубля 900 грамм. Спасибо. 124 рубля 900 грамм. На гуляш. Субпродукты. Цыпленка бройлера, желудки. Так, вот это. Рагу из свинины, замороженное, вес 70 рублей килограмм. Дальше. Язык свиной, замороженный. 275 рублей килограмм. И вот у нас тушка курицы, замороженная, вес килограмм. За килограмм 139. Куры 139 за килограмм. Пойдемте дальше посмотрим. Здесь много еще всего интересного. Это рыба камбала. Камбала свежемороженая, весовая, 122,90 килограмм. Пикша замороженная, я не вижу просто, где она. Так, сельдь атлантическая, 93,60 за килограмм. Вот, отлично вообще. Она уже разморозилась, правда, а вот это уже красная рыба пошла. Кижуч. Кижуч. Одна из самых дорогих и самых вкусных рыб деликатесных. 509 рублей килограмм. Вот она, огромная рыба. Форель. 491 рубль килограмм. Молоко цельное, сгущенное. С сахаром. 380 грамм, стандартный вес, жирность 8,5%, 60-80, одна баночка. Майонез 90 за упаковку, 700 грамм, вот такой майонез. Сливки 1 литр, 92,20. Так, это у нас что? Сметана, буреночка, 113,50. 20%, ведерко 1 килограмм, цена за штуку 113,50. Творог, 800 грамм упаковка, 137,40. Так, помидоры, по типу черри. Томат черри 250 грамм упаковка,
азербайджанские, 95 рублей. Упаковочка 250 грамм. Вот они. Прекрасные помидорчики. Творожные палочки с кокосовой стружкой в белой глазури. 96. 180 грамм упаковка. Идем дальше. Посмотрим замороженные продукты. Мороженое ленинградское, сливочное, ванильное, клубничное, шоколадное, глазури, рожок, 100 грамм, 30 рублей 50 копеек. Где оно здесь лежит, я не вижу. Семейное, пломбир, 450 грамм. Сейчас посмотрим. Мороженое пломбир, ваниль, в бумажном пакете, семейное. Без заменителей молочного жира. 450 грамм в упаковке, 116 рублей. Вот оно, 116 рублей, 450 грамм. Так. Фарш домашний. Замороженный, фасованный, 1 килограмм, 197,70. Фарш столичный, из индейки. 900 грамм упаковки, 122,90. Вот оно все это. Сейчас товар покажу и цены. Корейка свиная 321,80 за килограмм. Говядина 450,50 за килограмм. Грудинка 234 за килограмм. Язык свиной 275. Тесто слоеное бездрожжевое 1 килограмм 98,20. Тесто слоеное, дрожжевое. Тесто слоеное, дрожжевое, дрожжевое. Ну, здесь есть и вот оно, бездрожжевое. Вот это вот. Килограмм упаковки 98,20. Тесто слоеное дрожжевое тоже 98,20 в упаковке. Вот это. Сельдь атлантическая 93,60 килограмм. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Посмотрите. Это все деликатесные сорта красной рыбы. Замороженная. А это у нас уже, что же это за рыба? Кижуч, наверное. Вот, вот он. 509 за килограмм. Так, ну, цены покажу. Сельдь атлантическая 93,60. Мясо крабовое 500 грамм 81,30. Просто фантастически низкие цены, особенно по сравнению с Бангладеш. Полуфабрикаты рыбные котлеты 108 за килограмм, рыбные котлеты. Котлеты рыбные 115,60 за килограмм. Ставрида замороженная 216,50 за килограмм. Где она тут, ставрида? Ну, где-то здесь. Филе ментая свежемороженый 251,60 за килограмм. Камбала 122,90 за килограмм. Кижуч 509. Дальше филе куриное панировки 236 за килограмм. Кутабы с мясом, зеленью, Лошкарев 149,20. А что это такое? Филе куриное в панировке. Ага, вот оно уже готовое, в общем-то. Только осталось температурную обработку произвести, и все, и готовое блюдо. Блинчики с мясом 980 грамм, 95,10. Просто фантастически низкие цены. Вот он, этот кутаб. Так выглядит. Не пойму, что там за начинка. С мясом и зеленью. Сколько же он стоит, еще раз? 149,20
за 750 грамм. А вот блинчики с мясом 980 грамм, 95-10. Вот они, блинчики с мясом. Дальше, пельмени. Так. Пельмени со сливочным маслом. 700 грамм в упаковке. Сибирская коллекция, 122,90. Сибирская коллекция, вот эти вот, 122,90. Я помню, пельмени брал, по-моему, по 500 килограмм. 500 за килограмм в Бангладеш. Пельмени, свинина, говядина. В Рейнворд, магазин в Рейнворд, в Грин-Сити, пельмени 500 за килограмм. Намного дороже. Пельмени, свинина, говядина 1 килограмм, замороженные 110. В общем, что-то низкие цены, прям не верится, что такое бывает. Пельмени иркутские, Лошкарев, 900 грамм, 107,90. Наггетсы куриные 128,40. Котлеты сочные 100 рублей 70 копеек. Вот и наггетсы куриные за 128,40 килограмм. А это котлеты сочные за 100 рублей. Штука, упаковка. Ну, наверное, килограмм там в упаковке. Так, вот яйца. Дальше покажу. Яйцо куриное, столовое. 159,90 за 30 штук. Вот. Я в Бангладеш покупал яйца в магазине 12 така штука. Майонез провансаль 800 миллилитров 99,80. Начинается самое интересное. Хлебцы, наверное, какие-то. Воздушные зерна с сахаром в сиропе. 47,20. 5 штук в упаковке по 30 грамм. Шоколадные шарики злаковые. 400 грамм в упаковке. 94,20. Ага. Мюсли. 500 грамм, 110,20 за упаковку, 500-граммовую, вот они. Каша овсяная Увелка, в пакетиках, видимо, да, 5 пакетиков, внутри 32 рубля.